снова я здесь. Я это уже снимала много раз. Интересно, откуда она бьет? Здесь тоже можно. Что красное написано? Помедитировать. Типа не мусорьте. Предки наблюдают. На камере прям видно. Как будто воды что нету. Да. Да. Охренеть. А, уже. Она правда есть? Ну и все, оттуда нужно плыть уже. Там сейчас будет глубоковато. Хорошо, если повезло, народу не будет. Ну, будний день. Боже, девочки, кажется, вот он. А до него не достать. А до этот хоть достану? Да, 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 можете на него сесть. Так, Таня лезет по пещере. Да. Началось? Началось. Начало. Только не убирай, пожалуйста. Подальше, очень страшно. Вот это да. Я опять сделала это. Ну, я не знала, что тетя Таня экстремалка. Да. Юху. Ой! Да там до дна еще. Капец. Ну. Я опять не подрасчитала. Я же была вода ниже. Споткнулась об воду? Да. Я реально споткнулась об воду. Давай, мой друг. Молодец. О, ништяк. Какая вода офигенная. Так, мы зашли в магазин и все упаковываемся, да, потому что здесь очень холодно. Мы встречаемся во сколько? Час? Через час 5 часов. 5 часов. Возле машины. Все, я готова. Так, готова шопиться в Росе. Ну все, я готова. Ну я тоже сейчас подожди. Ну, мама вообще наряд прикольный. Потому что мне все время... А Титань в моей кофте, которая у меня с 6 класса. Мама просто модник-огородник. В сланцах и в носках. Холодно здесь. Мама купила на подарок футболочку. Да, вот купила, не могу понять. Размер. И она за всеми детьми бегает, как маньячка, знаешь? Как маньячка, и да, примеряет им сзади. Как будто мультик сейчас дети смотрят. Да, так, щенячий патруль или как она там? Так, где еще дети? Вон ребенок. Один у нас пониже, потом. Снимаю таймлапс закатика. Очень красиво. У нас приближается дождь. Давайте, а может посидим? Я не доснимаю. Мы сейчас с мамой и с тетей Таней идем на хайкинг, который называется Spanish Steps. Он не очень большой, но там очень классный снорклинг. Виски вот такие, течение там. Такое сильное. Класс. Именно на этом пляже я снимала свое первое видео про снорклинг на Гуаме. И там оно прям такое длинненькое. Я ссылку оставлю внизу. И поэтому я не знаю. И еще потому, что я не нашла камеру подводную. Я не знаю, где она дома лежит. Я не взяла камеру, поэтому под водой не будем снимать. Будем наслаждаться просто рыбками. Они уже фоткаются. Сейчас пойдем вон туда вниз. Экстремалы конкретные. Давай. Ой, еще так солнце сосвечивает. Меня укололи. Я говорю, там колючки. Да я что-то шевелиться не. Ой, красиво как получается. Боже, как красиво. Титаны там. Да? Да, просто... Ты как ангел, у тебя так солнце за тобой. Я ангел, да. То, что мы тут расстраивались, что нам на шопинг все не хватает, это такая ерунда по сравнению с тем, что можешь здесь увидеть. Да, да, Таня? Это вообще... Да. А здесь какая-то высадка испанцев была, да, Лена, или что? А вот надо было почитать, там табло висело. Потом прочитать, чтобы рассказать. To me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. I like the chase, and I know you do too. Am I just in love with the idea of you? 'Cause
пытался танчить. О, никого нет. Там пляжи, где мы будем снорклить. О, мы поплавали. Видели какое-то очень страшное морское чудовище. Это было похоже на хвост крокодила. Я не знаю, или какой-то змеи. Ну, мы не знаем, что это. У меня нет подводной камеры. Если была, я бы сфоткала и написала бы в местную группу. Вы сейчас спросите, что это такое. Страшно, конечно. Че, как впечатление? Отлично просто. Шикарно. Будем сейчас обсыхать. И ехать дальше на следующее приключение. Ну все? Готовы? Нет. Мы не готовы. Ну да, такая красота, конечно. Красивое место. Нереальное. Угу. Нам телефоны понадобятся? О, у нас сейчас в машине происходит массовое переодевание. Мы сейчас пойдем смотреть на грибы, которые светятся в темноте. Мы туда уже ходили, снимали там видео, но, надеюсь, может быть, на этой камере будет видно лучше. Надеюсь, нас не искусают комары и собаки. Ой, кабаны. И кабаны. И надеюсь, мы после 2 недель обжорства пролезем под забор. Да, точно. Потому что в прошлый раз только мама попробовала, и я не знаю, вообще пролезем мы или нет. Я помню, как ты пролазила, и говорю, твою мать, там дождь идет. И на нас просто сразу накрыло. Да. В общем, мы, кстати, сейчас ходили в кино, посмотрели «Бегущий в лабиринте». Было очень грустненько в конце. Не буду говорить, что произошло. А нас он так же называется, да? Так же прям. Так же называется «Бегущий в лабиринте». Все, короче, я загребаю. Maze Runner по-русски. В общем, все, пойдем сейчас. Я выключаю свет, чтобы глаза привыкали в темноте. Все, до грибов не дошли, а и мама уже это... Уже подгребали. Так, все на стороне криминала. Остался у нас один подопытный. Куда мы идем? Там это вообще-то живое. Ну, это, короче, мемориал такой, парк небольшой. Там, по-моему, японским погибшим каким-то. Ну, он открыт, да? А вечером закрыт. А мы да. не пошли, мы пошли вечером. Потому что грибы светятся в темноте. Лестницу вниз. Ну, а что нам еще? Лестницу вниз, в лес, в темный. Что там еще? Ну, да. Что, вы думали, все, мы на лавочке будем сейчас тут сидеть? На море отдыхать. Писец. Осторожно, скользко. Ну, да, ничего такого. Просто спускаемся непонятно куда. Твою же мать. Давай, да. Мне сразу фильм «Хищник» напомнил. То есть мы просто... А ты видишь вообще грибы, Алена? Их ты не увидишь, они же малепусенькие. Ну, может, просто... Чтобы видеть, нужно выключить свет. Ну, давайте спустимся, а потом выключим. Да, и будем там просто сидеть с выключенным светом. Сидеть бояться. Ну, мне кажется... Да нет, все нормально, все идем. Здесь хищных зверей нету. Ну да, только люди. Бараны. Это бамбук. А, бамбук, блин. Вот, на бамбуках они растут. Нет. Ну я выключаю. Ну выключай. Ну, конечно, писец. Давайте только не молчать. А что? Я выключаю свет. Ой, мамочки, я не могу, Так. Алена, ладно, это давай. Же писец. Давай, держу я тебя, выключай. Алена, я их не... Ой, Алена, я их не вижу. Да ты, мы их не видели света. Ну подожди, все. Мы будем надеяться. Кого хороший? Да? Я тоже уже увидела. Да? Да? Ну вон да. светится, вон. Видите? Да. Блин, у меня капец яркое в глазах. Да, немножечко. Это же гриб, не человек? Да. Это не человек. Сейчас увидела внизу. Да. Вон еще. Их еще должно быть много. Их вообще, по идее, должно быть много. Но я больше не вижу, кстати, их тогда, мне кажется, было прямо много. Просто масса была. Кружок. Мы как будто в космосе были. Сейчас. Я хочу просто к нему прям подойти. А, ну да, к нему. Так, Алина, ну и ты тоже давай. Да, у вас девочки, возьмите, пожалуйста. Нужно кому-нибудь этот фонарь? Нет. Тань, возьми. Вам с телефоны. Ой, ползем на свет. Ползем на свет. Давай, Алена, что уж там, не подкачай державу. Кто мне будет песню петь? Ту-ду-тум, 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 остаться в живых. Да, Алена, не та у тебя сноровка. В прошлом году через забор сигала. Так тут у меня уже... 2 мужика были, которые мне помогли. Ну да, тут. Ну, которые рюкзак все положили. Так, Тань, сейчас я тебе. Ой. Ну как? Ну, устали, но мы довольны. Капец, у нас сегодня программа. Галочек поставили много. Угу. Завтра еще 2 дня отдыхать будем, заставлять.
тебя.